Это не собака, это друг. Масик друг. Масик Васильевич. Масик, давай поиграем еще. Он еще не распетый, так что он не распетый парень пока. Но он распевается потихонечку. У него еще мутация голоса идет. Он как он скоро перейдет в ту. Будет петь баритон, будет петь Арии Верди со мной тут. Пучини, да, Масик? Неаполитанские песни. Все, Аленка, все, Алена. Все, хозяйка посмотрела, вот, то есть моя жена. Увидела его, улюбилась и забрала. Он очень любвеобильный парень. Он такой коммуникабельный, он со всеми хочет подружиться и со всеми... он находит общий язык. Кто там? Кто там к тебе пришел? Это камера. Это камера. Ты привык уже. Вот, что там? Смотри, кто там? Кто там? Кто к тебе пришел? Друзья? Ну скажи привет. Очень рафинированный пацан. Такой... Не то, что я видел, другие собаки просят лапкой, дайте, пустые. Этот такой, ну, чересчур такой рафинированный интеллигент. Такой, я люблю, я упрашиваю, Масик, ну, поешь, дайте я поглажу. Ему надо 100 раз сказать, только хороший, тогда он начинает есть. Ну, такой, вот такой у меня парень. Я очень скучаю за Масиком, когда я где-то даже, не то что на гастроли, я езжу куда-то на час, на полтора из дома, и думаю, как он там бедненький, как он, где, что, и он скучает. Это, он чувствует, когда я должен, он сразу забивается в свою, там, свою кроватку, и он чувствует, что я уезжаю. Но зато какая встреча у нас мощная. Он, если встречает меня где-то там на улице, идет с Аленкой на поводке, он хочет разорвать этот поводок и ко мне бежит. Так же и он встречает Аленку с магазина, с гастролей. Я не знаю тех людей, не понимаю, которые не любят животных. Для меня это очень странные люди. Вот мы не зря приняли поправки в Конституции, и в том числе за животных. Вот это бы очень правильно. Если будете издеваться над животными, будете наказаны за это. Это должно быть, потому что столько мы видим после летних вот этих каникул сезона, сколько бездомных собак, кошечек, породистых бегают по дворам. Это жалко, это бездушные люди. Взяли их как игрушечек. Это все идет из семьи. Это из семьи. Вот как мы воспитаем детишек наших, так они будут относиться. Если в семье злоба, какая-то ненависть даже к близким своим, что вы хотите, что к ним. Вот мой Масюлька, Масенька. Поцелуй, Вася. Поцелуй, Вася. Ты меня любишь? Ну, скажи.